Жители Земли в конце июля смогут увидеть звездопад Южной Дельта Акварриды. Когда метеорный поток достигнет своего пика активности, узнавала наш корреспондент. Свое название Южной Дельта Акварриды, как и другие метеорные потоки, получил по созвездию, в котором находится Родиан потока, созвездию Водолея, что на латинском звучит как Аквариус. Родиан потока – это точка, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Почему же такое сложное название дали ему ученые? Потому что этот поток сам сложный. Очень много ветвей, и, соответственно, одна из ветвей как раз и является Южной Дельта Акварриды ветвью. Это ветвь потока. Метеорный поток Южной Дельта Акварриды и созвездия Водолея наблюдается ежегодно с середины июля до середины августа. Наибольшего пика активности он достигнет в ночь с 29 на 30 июля. Специалисты рекомендуют любоваться звездопадом за городом, подальше от городской засветки неба. Влетать будет порядка 15-20 вот этих вот метеорных частиц в течение часа. И лучше наблюдать где-то после 12 ночи и до 3 утра. Юрий Анатольевич отметил, что метеорный поток Южной Дельты Акварриды в свое время исследовался и в Казанском университете. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.